С 1 апреля этого года проезд в общественном транспорте Тюмени будет стоить 22 рубля. Специалисты пересмотрели расходы на материалы, ремонт, топливо, запчасти и пришли к выводу, повышения тарифа не избежать. Затраты только на ГСМ в автобусных парках по сравнению с прошлым годом выросли на 35 миллионов рублей. В любом случае, какая бы реакция населения ни была, мы ждем от пассажиров только понимания, потому что... Несмотря даже на сложную экономическую ситуацию в стране, в мире, в городе, перевозка пассажиров – это необходимый процесс, который должен быть обеспечен каждый день, каждое утро, каждый вечер. Впрочем, документ о повышении тарифа пока не подписан главой администрации Тюмени. Последний раз цены на проезд в областном центре поднимали в феврале прошлого года. Сейчас одна поездка обходится тюменцам в 18 рублей.